Здравствуйте, друзья! Рад всех приветствовать снова на своем канале. Я вернулся из очень интересного путешествия. Вот, путешествия по местам силы, где я пробыл полгода. Очень много чего узнал, очень много чего понял. Есть чем с вами поделиться. С радостью это сделаю. Поэтому сейчас буду возобновлять практики на своем канале. Буду возобновлять свое служение, так скажем. Давно не записывал видео, непривычно себя наблюдать, так скажем, в таком ракурсе. Что я хотел сказать на самом деле? На самом деле я хотел сказать, что скорее всего в ближайшие выходные, то есть на эти выходные, я проведу трансляцию. Скорее всего, трансляция будет на Рутюбе, потому что, насколько я понял, с Ютубом есть некие проблемы. Не у всех он загружается, не у всех хорошо показывает. Но, может быть, сделаю и туда, посмотрим. Можете в комментариях написать, кому где будет удобней смотреть, потому что я знаю, что... С телефона вроде бы нормально, я сам захожу, все хорошо. А с компьютера не всегда получается это сделать. Ну, там VPN, что-то еще нужно, какие-то функции, не все с этим знакомы. Вот. Также хотел попросить вас задать какую-то тему для трансляции, что бы вы хотели узнать, что бы вы хотели попрактиковать. Может быть, какие-то вопросы есть, может быть, какие-то пожелания к практике. Вот. Так что не стесняйтесь, пишите в комментарии свои вопросы. Возможно, именно на ваш вопрос, если он будет довольно актуальным, в своей трансляции я дам какой-то подробный и развернутый ответ. На этом, в принципе, наверное, все. Это было такое некое промо, да. То есть обо всем остальном поговорим. Кстати, тоже напишите. Какой день вы бы хотели, какое время. То есть все свои пожелания о том, о чем вы бы хотели услышать или какую практику конкретно провести, вот, чтобы я знал, так скажем, что вам нужно. Потому что так будет проще намного. Вот. Ну, не знаю, что еще вам сказать. В принципе, наверное, все. Я внизу в комментариях оставлю ссылку на Рутюб канал. Заходите, переподписывайтесь. Все мои видео, которые есть на Ютубе, я перенес туда уже, перезалил. Так что, в принципе, можете подписываться именно на Рутюб, потому что, ну, непонятно, сколько еще Ютуб пробудет с нами. А Рутюб, я думаю, что вряд ли кто-то будет закрывать.
Там также можно вести трансляции, вот, просматривать видео. Понятно, что пока что качество просмотра не такое, как на YouTube, но, опять же, может все измениться в ближайшее время, поэтому... Всем, кому интересно, всем, кто хочет следить за новостями, за новыми практиками, по ссылочке переходите, подписывайтесь, потому что, скорее всего, новые трансляции, новые видео я буду выкладывать сначала туда. На этом все. Еще раз. Рад вас всех приветствовать. Пишите комментарии под видео. До скорой встречи.